Вот такой вот на подоконнике сделала небольшое сооружение, как бы. Вот. Потом вот такую елочку поставила. Симпатичную. Из Леруа Мерлен. 190 рублей стоит. На Алиэкспресс заказывала такие маленькие игрушечки. Птичечки с фикс прайс. Баночка с печеньем. И вот такая вот. Фикс прайс в прошлом году покупала. Такой панок. Вот. Ну и на кухонном столе вот тоже небольшую такую. Нравится мне очень, как получается в этих ящичках. Очень мило. Вот так вот получилось. Симпатичненько. Ну пока на этом, наверное, все на кухне. Вот. Все покупалось по отдельности, анализ, все как-то своими руками сделалось. Вот прям очевидно, вы лжете. В коридоре вот такую арку. Она как бы двухсторонняя, но чтобы видно было из комнаты, и вот светится. Ну вот такое. Очень симпатично получилось. На капу с двух сторон видно. Вот здесь вот штанга для душевой, для шторки душевой, распорку. А здесь крепил ее вот такими креплениями. Ну так не видно. Сейчас покажу, какие. Сейчас достану. Здесь найду. Вот. Сейчас. Вот на такие крепления. На скотч. И вот так зацепляю. Очень удобно. Это вообще для провода. Вот. Так что получилось очень симпатично. Смотреть. Вот, она закрылась. Это в спальне такая елочка у меня. И мы с Вероникой решили сделала, ну и повесила мигалочки. Тебе же совсем не хочется никуда выйти. Нет. Такие. Тебе на свежий воздух надо выходить. Елочку включим. Ладно, собирайтесь. А ты только немного. Так, там вот она горит. А может, и хорошо, что девчонки говорили, что будете развеяться. Может, это именно то, что мне сейчас необходимо. И... включим на батареечку. Смотрится так. Очень симпатично. Так вот. Он понравился своей внешностью. Вот. Ну, как-то так. И вот так вот немножко украсил балкон. У нас тут такое место для отдыха. Вот. И вот так чуть-чуть совсем красиво. Такие вот с фикс прайса. Очень это из фамилии тоже. Такой вот красивый. Так мы тут отдыхаем. Так что вот так украсили, но пока еще не до конца.